Помощь в трудном деле. На сегодняшний день в Алекминском районе действуют 25 добровольных пожарных дружин. За последние два года у них значительно укрепилась материальная база и проведены различные учения. Вот буквально на днях там завершились тренировочные сборы, рассказывает Елена Фаст. В последние годы значительно укрепился статус добровольных пожарных формирований. Само создание было обусловлено острой необходимостью. В Алекминском районе 23 поселения, пожарных частей же всего 7. Муниципальных образований 23 и населенных пунктов 54. И одними этими малочисленными пожарными частями невозможно все населенные пункты прикрыть. Поэтому где нет пожарных частей, добровольные пожарные команды у нас имеются. На сегодня в районе 25 добровольных пожарных формирований. Радует то, что уровень их подготовки значительно возрос. Намного повысилось их профессиональное качество. Также у нас с республики у нас большая помощь оказывается в этой части. Если раньше были просто, как любого человека могли назвать, ну, назвать добровольцем, то данные сейчас, они все по реестру МЧС проходят. Способствуют этому и сборы, где команды могут не только выявить сильнейших, но и практически отработать с подготовленными специалистами. Он у тебя распыляет. Ставишь вот так вот, чтобы он у тебя струей бил. Время останавливается, когда ты попадаешь. Когда попадаешь в мишень. Вот и щелкнул он у тебя. Ты ж это струя. На последних сборах была скомплектована команда, которая в эти дни представляет район уже на уровне республики. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.